прививочной кампании против коронавирусной инфекции присоединился председатель общественного движения ДГХАСа в Кашхабском районе Амин Непшикуев, призвавший жителей района также обезопасить себя и своих близких. Сегодня весь мир обеспокоен состоянием дел с коронавирусной инфекцией. Наша страна и, наверное, весь мир раньше сумели уйти от более грозных инфекционных заболеваний благодаря прививкам. Это тиф, холера, полиомиелит и так далее. Конечно, сейчас очень жаль, что многие люди в какой-то степени проявляют какую-то нерешительность, какое-то такое подвешенное состояние, не уверены, что именно прививка даст, значит, положительный результат. Против этой болезни только, значит, прививка противостоит. Так что все эти непонятные разговоры, публикующиеся в интернете среди населения, что бытует, что прививка – это человеку вред, никакого вреда нет. Вот с момента начала прививочной кампании ни один человек не заболел, ни один человек не скончался от прививки. То, что сейчас, значит, бытует мнение, что давайте лучше воздержаться. А где второй вариант тому, что, значит, мы сумеем противостоять этой болезни? Нет второго варианта. Единственный вариант – это провести, если противопоказания такого острого, значит, болезненного состояния нет, значит, обязательно нужно провести прививку. Прививаться нужно всей семьей. Прививка – это безопасность. Прививка – это и гражданская ответственность, которая способствует нераспространению болезней. Это и гражданский долг, это обезопасит твое общение с людьми, обезопасит семью, обезопасит детей, соседей, друзей, и с кем общаешься. Я призываю всех, особенно старшее поколение, привиться и не бояться этого. Вот сегодня я пришел по записи, сейчас заходим в поликлинику для проведения прививки.